сила духа и народное единение – вот что объединяет всех пришедших на концерт. В зале нет свободных мест. На сцене – лучшие творческие коллективы города. Провести благотворительную акцию решил вокальный дуэт «Иван-Ольга». Нам хочется сейчас просто до каждого донести нашу эмоцию, наши песни, которые мы с Иваном пишем. Они тоже патриотические, с хорошими текстами, запоминаются. У каждого своя миссия. Кто-то защищает родину с оружием, а мы творческие. Да, у нас творческое оружие. Говорится, тоже, словом и музыкой защищаем нашу страну. Идею творческого дуэта родилась внезапно. Инициативу поддержала администрация и Совет народных депутатов областного центра, также коллеги по цеху. В итоге со сцены прозвучали десятки музыкальных произведений. Программу дополнили эксклюзивными номерами, в том числе танцевальными. Сегодня у нас три номера. Один чисто патриотический – это «Матушка-Земля». Два номера – это авторские мелодии нашего дуэта «Иван-Ольга». Это «Суздаль» и «Владимирская вишенка». Это два новых номера, которые сегодня увидят наши зрители. Артисты уверены, сегодня их главная задача – поднимать боевой дух российских военнослужащих. Также поддерживать тех, кто ждет их дома, живыми и невредимыми. Все средства, вырученные на концерте, направят на СВО. Мы рады увидеть такое количество людей здесь сегодня, которые действительно хотят внести какой-то свой вклад в наше общее дело. Потому что все средства после этого концерта пойдут ребятам в помощь на СВО. И я, как мать такого мальчика, который сейчас на СВО с первых дней, знаю, как им важна наша помощь, наша поддержка. В планах творческого дуэта «Иван-Ольга» провести еще не один патриотический концерт. Таким образом, они хотят вдохновить и поддержать людей в это непростое время. Александра Маркина и Евгений Адамов.